полную и жить без стандартов. А у нас много места, можно даже вот туда, до парка развлечений дойти. Ну что ж, мы начинаем. Делаем шаг правой ногой, и правая рука слева опускается вниз. Раз. Это будет слово. Прыгай. В другую сторону опять. Прыгай. И раз, два, три. Повторяем. Семь, восемь. Прыгай, прыгай, прыгай выше головы. Понятно? Это мы все акцент на правую. Повторяем. 5, 6, 7, 8. Прыгай, прыгай, прыгай выше головы. Дальше на левую акцент. Прыгай с нами. Прыгай выше головы. То есть мы делаем шаг, шаг, раз, правая, шаг, шаг, раз, два, левая. Ясно? Ручки у нас опускаются вот так. Understand? Погнали. 5, 6, 7, 8. Прыгай, прыгай, прыгай выше головы. Прыгай с нами, прыгай выше головы. И еще раз правую. Прыгай с нами, прыгай выше головы. Отставляем левую ножку и делаем, повторяйте за девчонками, ручки они покажут. Прыгай выше головы. Получается на голову, на грудную клетку и на бедра. И раз, два, три, с волной. Раз, два, три. Понятно? Да.
Три раза повторяем и переходим к этому. 5, 6, 7, 8. Прыгай, прыгай. А почему молчим? Прыгай выше головы, прыгай с нами. Прыгай выше головы, прыгай выше головы. И два прыжочка. Прыгай выше головы. Правая рука к себе качает. Понятно? А я могу посмотреть? Давайте я посмотрю, девчонки вам помогут. Давайте. И поем. 7, 8. Прыгай, прыгай. Прыгай выше головы, прыгай с нами. Прыгай выше головы, прыгай с нами. Прыгай выше головы, прыгай выше головы, прыгай выше головы. Супер! Разочек повторяем и потом под музыку. 5, 6, 7, 8. Прыгай, прыгай, прыгай выше головы, прыгай с нами. Прыгай выше головы, прыгай с нами. Прыгай выше головы, прыгай выше головы, прыгай выше головы. Готовы? Тогда погнали! Слушайте сюда меня, ребята. Я вам расскажу, что делать, чтобы было пати. Чтобы было жарко и каждый прибалдел. Нам нужно всего ничего делать пару дел. Значит, чтобы было пати, чтобы было пати, нужно позвонить Артуру Дереву.